Половина хп у него. У всех же есть гранатометы, я прав? Да. Ну вот и все, надо одновременно просто гранатометами в него шмальнуть, ну, и все. Нам эффективнее из снайперки в него поначалу стрелять. Ну понятно, но все равно. Он здесь еще, да? О, отлично. Бля. Убили меня. Да блин. О, что-то вообще жесткое. Самое хреновое, не понимаешь, от чего дохнешь. Я прям под ним стою. Черт, я сдох. Бежать надо теперь отсюда. Нет, может ему в пушку глаз пробовать стрелять? Крит глаз идет только. Может он свою пушку выронит? Блин, 26 уровень, ёшкин кот. Как же его трудно. Паша, подними меня. Где ты? А, я сейчас все, я сам. Ага. Так, я обратно за патронами, кончились опять. Тут на поле боя валяется куча всякого говна. Появился. А, смотрите, о, сколько у него хп. Ой, у него что-то там упало. Все. Он течет. Не течет. Что с ним произошло? Почему он не взорвался? Я не знаю. Он половину чего-то выбросил. Он должен взорваться, по сути. Он сейчас. Врезается, он врезается. Новый уровень. Быстро начнем. Мне 24 нужно, чтобы всё. 10 тысяч дали. Офигеть. Падай, сволочь. А все, он зеленый уже. Нифига себе, с него выпало там всего. Охренеть. Что у него выпало? Собирай! Охренеть. Все, короче, собираем там, разберемся. Иди, иди. Я ничего вообще не успел забрать, вы все забрали. Винтовка. Ебать, винтовка на 600. Так, теперь дайте я посмотрю свой лов. Значит, тут патрульный инвентарь, 272 на 2. Это чё? Нажать. Дробовик? О, винтовка 640. Нате, да. Винтовку. Давай, выкидывай, выкидывай. Я выкинул уже. А, у нее уровень хрен знает какой. Вот возьми еще вот такую вот винтовку. Ой, куда я встал? Ну это, блин, это штурмовая. Из него деньги до сих пор сыпятся. Что-то я не понял, винтовку ты выкинул, где она есть? А, 24 уровень нужен. Ну, скорострельность 1. Так что... Вряд ли получится ее использовать. Открыть дверь убежища, украсть ключ. Нам вниз от хранилища. Надо. А по-моему вверх. Не, а, вниз. А, да. Действительно. Нам надо вниз. Подожди. Не нажимай на кнопку. Давайте быстрее, мы вас ждем. Как насчет закупиться сначала? У меня все закуплено.
Я тоже закупиться хочу. Бля, вечно они в ту сторону. Стоит такое у тебя. Стоит такое. Где? Это. В руке? В руках сейчас? Да-да. Пистолет, пулемет. Я срезал путь. Да, я тоже. Вот такая. Вообще звука нету, да? Угу. Блин, он исчез, как мы начали драться с этими. Да. С толпой. У меня еще такая базука есть, я до сих пор не поменял. Ну, винтовка. У меня, кстати, две модификации на ассасина не изучены. О, круто. Я винтовку поднял с пионерский коммунист 681. Осталось уровень взять 24. Можно. А сколько у нее скорострельность? 3 и... Ну, неплохо, кстати. 3-4. Ну, это вот такая же, как у меня серенькая, только 24 уровень. Ну, ясно. Ну, давайте, короче, если все готовы, телепортируемся. А, сам к нему зашел. Что ты сделал-то, серый? Ой, ну, ты сказали, если все готовы. Я готов. Серго, быстрее беги сюда и прыгай вниз. Куда? Вниз? Не разобьешься. Нет, ну, да, дурак. Не туда, сюда, к нам в центр беги. Куда ты побежал? Бля, я не знаю, куда мне бежать. Центр. А? Мы едем. Короче, никогда вас там не пользуйтесь. Че? Я сквозь... Нет. Прыгай, прыгай, серый. Да, куда, куда? Вниз. Вниз. Куда прыгать? Сейчас вниз? Да. Да не умрешь, не должен. Да иди туда. Я не понимаю, что мне делать. Серый, да оставайся на месте. Подойди к центру, я поднимаюсь наверх. Ну, все, перемещение как. Прыгай в дырку, блин. Да я не понимаю, что делать. Контрольное ядро. Контрольное ангел. Ядро. Ангел. Ой, блин. Там дырок этих. Нет, одна вниз. Сейчас мы. Сейчас начнется месиво, мне кажется, против этой. Ангелы это за нас. Я знаю. Ну мало ли. Все игроки должны присутствовать для продолжения. А я не приду. Сейчас тих убил нас всех. Бат. Как всегда, есть какой-то бат. Катализатор? Вы прикалываетесь? Ух ты. Красиво какая. На Джек похоже. Да, кстати. Джек много лет назад. Да. Уйди, дай посмотрю. На. Ну ладно, хочешь, так убью. Нет, мы должны найти другой выход. Она помогала нам всю игру. Она на Джек. Она на Джек похожа. Я не могу ее убить. Какая-то дочка. Это типа его дочь, что ли? Она похожа на Джек, я не могу ее убить. Это, короче... Стоп, что у нас надо сломать? Что-то надо уничтожить. Инжектор Иридия. Украсть ключ от хранилища. Чего уничтожить нужно? Инжектор Иридия. А где он, блин? Ва, вот они. Вон они. Вверху. И чем их уничтожить? Не, там поле защитное, видишь? А, ты так не убьёшь. Сейчас тут внутри будем фигачиться с кем-то. Сейчас вот из этих дверей пойдет мразь. Посыпется. Каких дверей? Уже. Крутая мужик. Игру это финальная миссия. Еще лавовый должен быть мужик. Это не финальная миссия. Ну может лавовый мужик не в это. Не основной квест. Но все равно будет продолжение. В любом случае должно быть. Кто? Какой лавовый? Ну, ты потом поймешь. Блин, они появляются прям в этом. Ну что за херня вообще? Не бейте его, не бейте, не бейте. Все.
Во. Ну, открывайся, ё-мо. Стреляй по ним. По кому? По этим столбам. Патроны выслала. Ё-мо. Не, ну здесь не так трудно, как там наверху было драться. Да сейчас это... только начало. Не, ну все-таки мы деремся не против огромного робота и корабля, не знаю, как это назвать. Только начало. Вот, например, здесь патроны вообще нигде не достанешь. Я думал. Вот, вообще-то она патроны высылает. Она, да, посылает им патроны же специально. Пусть мне вышлет, у меня уже кончились почти. Так, ёб твою мать, я на одного робота обойму трачу. Поздравляю, Макс. Оборонительные турели еще включились. Так просто стреляйте по ним. Они урона не наносят. Когда уже долбанный инжектор выключится. Убейте того со щитом. Нужно в упор к ним подойти. На. Да какого хрена ты мне их убивать? Блин, тех ужас какой. Блин. Нам бы помощь. Под... Нам бы помощь наших друзей не помешала. Да это херня. Вот Лилит бы сюда, вот было бы круто. Добивай. Ролан тут. Вот тебе и помощь друзей. Где он? Да вон наверху, на мостике. Да, вижу. И вон еще там один мостик. И там что один патрон? Мостик. Соберите патроны. Вот появился. Роботы материализуются. А! Какого хрена происходит? Турель. Я сдох. Страж ангела? На. Макс, Макс, ну зачем? Ну я ж... А как ты мне? Ну я ж... Сдохни, чмо. Роланд, это не так делается. Зачем он стучит по компьютеру? А вы, кстати, в Mass Effect когда-нибудь пробовали этого в миссии за кварианцев поставить, блин, этого солдата, как его зовут-то, Вегу, чтобы он взламывал эти? Да-да-да. Да, ставил, что? Он прикольно взламывает ногами. Да-да-да. Вот и Роланд так же ломает щиты. Чуваки, вы одни. Да, кстати. Почему? Потому что нас не пускают. В смысле? Кто чуваки, вообще? Я тут... Да. Фу, в смысле вообще вас не пускают? Чёрт, да как это он меня убил? Большой робот. Вылечите. Сет. Я... Сет! Ну подползи поближе, чё мне... Ну я и так близко подползу. Ну я, блин, из укрытия ухожу, чтоб тебя вылечить. Да всё равно. Так, пока только Роланд. Что же, если Роланд так, если Роланд так щиты взламывает, что же будет делать кирпич? Ломать. Патронов, бля, нет. Да, бегаем, собираем. Стреляем в один. Чё? Один освободил. Да, все, я уже. Вижу. Блин. Блин, говнище полилось. Это случайно
Точно инжектор был, может, канализационный слив? Да. А, кстати, она не похожа. Рулан с нами дерется. Круто, давайте Лилит. Где олимпийские мужики? А, это какой-то Рулан скинул. Здорово, братень. Ну, кто следующий? Честно говоря, я хотел мощную баталию, я и получил. Вылечите меня, а? Меня какая-то тварь мочит. Вопрос, если Роланд здесь, то кто взламывает щиты? А, там никого нету. Хреново. Сейчас должен кто-то еще припрятаться. Я думаю, Лилит сейчас припрятаться.